Ваша история очень редкая, я бы даже сказал, исключительная. Как далеко можно попасть в прошлое? Я видел убийство, очередное в парке. Вторая жертва возле его дома. Бороздин был там в момент обоих убийств. Нашли ваши отпечатки. Вы можете это как-то объяснить? Могу показать. Это отрезок пространства времени, который определенным образом искривлен. Серега следака склеил. Колея формируется там, где есть как минимум 3 смерти. Почему вы весь мокрый? Вчера был дождь. Два убийства на тебе! Можно сколько угодно бежать, чтобы исправить ошибки прошлого. Но некоторые вещи невозможно ни отменить, ни исправить.